погода в Самарской области малооблачно, без осадков. Днем плюс 25, ночью до 16-18 градусов тепла. Ветер северо-восточный 2-3 метра в секунду. В Сызрани облачно с прояснениями, днем плюс 25, к ночи плюс 16. Ветер северо-восточный 2-3 метра в секунду. В Тольятти малооблачно, плюс 26 днем, плюс 18 ночью. Северный ветер до 5 метров в секунду. В Самаре днем малооблачно, плюс 26. Ночью ясно, плюс 17. Ветер северный 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 56%. Температура воды в реке Волга 18 градусов. К вечеру слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.